Ну, по умолчанию, понятно, жаль погибших, как и в любой катастрофе. Значит, не стоит, так сказать, сильно торжествовать по поводу свершившейся справедливости, что касается наказаний. Но ситуация достаточно типичная. И сейчас, даже после всех строгих каких-то мер, если они были, связанная с тем, что собственники хотят выжать максимум прибыли из далеко не совершенных технических средств, кораблей, тем более с учетом сезона. Ситуация типичная, связанная, ну, так сказать, не сочтите за пафос, так сказать, с алчностью приобретателей и владельцев, и тех, кто эксплуатирует свою собственность. Поэтому, если что-то изменилось, если меры и выводы, связанные с этой аварией, катастрофой, были неформальными и не носили характер компанейщины, ну, надеюсь, что-то изменилось.